Так, YouTube, привет еще раз. Сегодня у нас прям день такой. Ответы на вопросы. Ну, людям, как говорится, интересно. Я снимаю, не отказываю. Почему? Потому что в свое время я до всего где-то сам доходил, на форумах сидел с утра до ночи. Вот задали вопрос, какие гладилки у меня есть, как я их сделал и прочее. Ну, объясним по порядку. Начнем вот с этой. Ну, это видно, что это испорченный напильник. Вот. Это больше, как говорится, отношение имеется к рихтовке, как поддержка. Вот тоже напильник погнутый. Это бронелента. Вот, чтобы меньше повреждать. Дальше. Еще один испорченный напильник. Ну, в данном случае тут вот с офицерского ремешка. Кожечка с этой стороны и вот с этой она видна, приклеена, точнее изолентой примотана. Вот теперь уже, так сказать, непосредственно вот тоже испорченный напильник или не испорченный. Вот второй побольше, чуть другой загиб. Вот, ну и то, что под руку попадалось, это из какого-то набора, то ли для резки пиццы или чего, в принципе тоже, но им надо аккуратно. Вот это вот разновидность мастерка, тоже когда-то я им пользовался, но выкинуть жалко как бы. Вот, вот это я у жены, так сказать, оладики там, блины переворачивать, конфисковал. Это тоже, ну, это пластик такой, достаточно, как говорится, вот такой гибкий, мягкий, применяю. Ну а в основном, конечно, это вот, это обычный мастерок, которому я, так сказать, обрезал вот эти части выступающие. Он такой ширины не нужен, ему там цена грубо 100 рублей, и вот чуть его шлифанул. И закругленные тут края, чтобы при ударе они не оставляли ссадин. Закруглил, зашлифовал, заполировал, собственно. Работает вот эта вот часть в основном. Вот. Она гладенькая. И вот, вот собственно, и все, наверное, по этому вопросу. Вот такими я пользуюсь инструментами. Вот небольшое место выделено. Вот так они тут находятся. По-хорошему, конечно, их такие вещи хранить в чехольчиках каких-то, но я не очень часто ими пользуюсь. И как бы вот так. Была бы у меня гладилка какая-то там за 3-5-7 тысяч, естественно, я бы ее хранил чехле. Вот такие вот гладилочки.